Меня зовут Татьяна. На самом деле я давно искала каким-то образом понять, что же такое голос. И поэтому я очень благодарна Елене. С ней очень интересно работать, очень легко. Человек открытый, человек, дающий больше, чем обещает, максимально вкладывающий в душу, в свою работу. Я никогда не думала, что голос может быть как низкий, можно обставить голос, так его можно играть и поставить его повыше. И сейчас у меня уже кое-что получается. Я очень довольна результатами. Наша группа продолжать будет обучаться у Елены еще онлайн. Мы будем совершенствоваться, работать с дикцией, работать больше с ораторским искусством, потому что очень многие люди речевых профессий, они даже не подозревают, насколько это полезно. Это полезно коучам, это полезно сетевикам, это полезно инфобизнесменам. Да это вообще всем полезно, даже в отношениях. Мы же не замечаем, как мы говорим. Поэтому приходите на тренинги Елены, не пожалеете.